Тыщ, всем здорово, дорогие друзья! С вами Варпач и Кофе. Сегодня мы играем в Spy Party. Всем здорово, друзья! Так, ну что, Олежа, ты готов прятаться там, все дела свои интересные делать? Конечно, готов! А я играю сейчас снайпером, и я тебя найду. Интересно, кем же ты будешь играть? А вот зачем вообще, в принципе? Ты же знаешь, да, что тебе нужно выполнять всякие разные задачи? Конечно. Да, вот, так что давай, справляйся с ними просто на ура. Ну, так я знаю. Лучше, конечно, не справляйся, но... Ну, нет, я обязательно... Тебе нужно с амбассадором, двойной агент. Связаться с дабл-агентом, да, подкинуть, значит, этот, жучок амбассадором, как бы, да. Да, все свапнуть, нормально. Поменять статы и седуз таргет. А что такое седуз? Я не знаю, что такое седуз. Я вот тоже просто не понимаю, чего, поэтому я как-то пытаюсь, ну, пока не понимаю, на самом деле. Подожди. А жду. Олежа, а тебе нравится прическа такая, да? Какая прическа? Олежа, вот эта прическа такая большая, черная, нравится тебе? В смысле? О чем вы вообще говорите? Мне кажется, нравится, да? Ты сейчас стоишь с двойным агентом разговариваешь, или мне кажется? О, с каким... О чем вы вообще говорите? Ты стоишь с двойным агентом и общаешься, ты посмотри-ка, а? Не знаю. Куда я пошел? Не знаю. Кирилл, вот, что тебе нужно? К сожалению, я вам подсказать ничего не могу, понимаете, да? Поэтому что я? Так, подожди. Чем ты сейчас занимаешься? Ну-ка подскажи мне, пожалуйста. А вот вам все расскажи. Кто же ты? Блин, это сложно. Осталось 2 минуты. Две минуты? Чё? Да, серьезно? 2 минуты у тебя осталось. А чё так мало времени, что ли? Вот так, братишка, да тебе блин. Нужно срочно. Да блин! Так. Не, ну пацаны, я, конечно, все понимаю. Ну, типа, просто, ну, сложновато на самом деле, как бы. Да? Да. Да, реально сложно. Сложно, поэтому, да? Да? Мне показалось, тебе-то это сложнее. Это тебе-то не совсем сложно. Да. Подожди, что, свапаешь это статуйку? Статуйку свапаешь, да? Или нет, а? Или ты пошел вот сейчас, ты карликом играешь, или бабули? У меня 3 человека под подозрением. Как-то? Нет, Кирилл. 3 человека под подозрением. Даже подсказывать вам не собираюсь, чистая игра на интуицию. Блин, кто же ты? Кто же ты? Ну-ка. Кто я всю игру думаю, что это баба с, как она, с черными волосами и красном платье. У вас сколько времени вообще осталось? Минута осталась. Либо я вас убью, либо вы не выполните миссию. Ну-ка. Где ты видишь ограничения по времени? Справа вверху. Да. Блин, надо решаться. Все понятно. Олег. Надо решаться. Стрелять или не стрелять? А по кому? Я не совсем уверен, потому что... А по кому у вас? Какие вообще предпочтения? Вот женщина в красном платье с большими волосами. Вот подозрение на нее, 100%. А почему именно на нее? Потому что двигается как-то необычно, знаешь? Как-то необычно, да? Да. Это необычно. Да! Сука, кто ты был? Я был бабулей! Бабуля! Я все это время был бабулей! Она была у меня под подозрением. Блин, ну ладно. Я на самом деле думал, что я столько раз спалюсь, там, это капец. Да, это так кажется. Ну, давай, хорошо. Давай, теперь я попробую. Давай, вот так. Так, ну что, Олег, у тебя ни за что не получится отгадать. Понимаешь? Что вы такое говорите? Вот а? Такое говорю. Вот именно ну, такое посмотрим. И говорю. Давайте посмотрим. Так-то все я вижу. Да. Все прекрасно вижу, понимаю, что ли как. Поэтому удачи пожелаю только вам. Только удачи вам поможет сегодня. Только это спасет хоть как-то вас. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю, что только удача меня спасет. Ну, поэтому... на самом деле это не факт. Не факт, что удача. Ну, не знаю, скилл. Не знаю. Скиллуха тоже должна быть, как возможно, бы при этом деле. Возможно. Если нет скиллухи, то ничего не будет. Возможно, и скиллух как-то вам поможет, а может быть и нет. Скиллуха поможет нам. Скиллуха поможет нам всем.
Ой, как же это выполнить задачу, блин. Может быть, там наверху кто-нибудь? Может быть, я вон тот чувачок, который в красном тюрбанчике. Либо я карлик. Может быть, я карлик? Маленький человечек. С бокалом. С бокалом. Вот этот паренек и дедуля в фуражке? Ты думаешь? Нет, я дедуля в фуражке — это чувак, которому нужно... Нужно сделать совершенно другую тему, понимаешь? Ну да. Так, ну, знаешь, я сделал практически все, причем достаточно быстро, я не знаю, как ты не заметил. В смысле, чё? Да. Подожди, стой. Ну что стоять? Нет. Да. Вы не могли этого сделать? Да. Вы не могли этого вполне сделать? Мог. Нет. Вполне мог сделать все, что я нет, хотел. Нет, вы не могли этого сделать. Почему? Ну, потому что... Все, я мог сделать, я понимаешь? Слежу тут за всем. Я настолько хорош в этом деле, что я просто супер-шпион, понимаешь? Супер-пупер-шпион. Я надеюсь, Кирилл, что... Так, может быть, вот мужчина с бородой, который вот такой, вот черненький такой. Ну, я точно мужчина не с бородой. 100% мужчина не с бородой. Так, а может быть вы... А, нет, это амбассадор. Так, ладно, может быть вы... Девушка вот эта, вот в красном платье. Не знаю, на самом деле, знаешь? Нет, я в данном случае, я вот стою рядом с девушками, такой симпатичный парень из серии Ланнистеров. Кто нет, я? Нет, да чё вы троллить начали? Нет, я не верю. Да ладно, да прекратите, молодой человек. Не верю вам. Не верю вам. Почему вы мне не верите? Все это рабочая схема, понимаете? Мне что-то подсказывает, что вы мужчина с бородой. Нет, я не мужчина с бородой. С тросточкой... Нет, я говорю, я маленький мужчина. Что вы не видите? Почему вы не доверяете мне, молодой человек? Я вам говорю достоверную информейшн. Почему вы меня не слышите? Ладно. Да потому что тут нельзя доверять шпиону, понимаете? Да ладно вам. Не особо-то и верится вам. Все можно. Все можно доверять. Нет. Это все легко делается, братишка. Понимаете? Или вы, может быть, в очках, вот этот паренек. Возможно. Но я не вижу паренька в очках. А, не, подожди. Да, это который сидит на коля... Да. Я он. В смысле, не видите? Однозначно он. Подождите, вы что ли, однозначно, вот этот? Вот однозначно он. С бородой, да? А он такой красивый. Или, может, с бородой. Вот эта девушка, а? В твои попалась. Молодой человек, осталось 30 секунд, и я скажу вам, что вы проиграли. Я выполнил все квесты. С победы меня тут просто нужно. Я думал, что ты девушка, которая была в красном платье. Я все время смотрел за ней. Меня один раз показалось, что она как будто статую подменяла. Но мне показалось, я не был до конца в этом уверен. Это просто пушка. Я думал на последние секунды выстрелить в нее, но вот. Пришло время мне вычислять шпиончика. Вычисляйте. Вычисляйте. Я сейчас хожу, понимаю то, что, блин, как на этой карте, вот именно на этом балконе можно что-то сделать. Не знаю. Послушай, у меня не показаны двойные агенты вообще ни одного. У меня тоже этого не было. Серьезно? А как так? Конечно. Не знаю. Как так? Я не знаю, Кирилл, это надо разобраться. Надо ждать ошибок, просто ждать ошибок. Ну так ждите. Да, я жду. Дожидайтесь. Жду ошибок. Дожидайтесь, Кирилл, дожидайтесь. Угу. Так. Ага. Кто же так, ты, надо а? Надо как-то подкинуть все-таки жучевого. Надо да. Как-то это сделать. Как это сделать, а? Как вот в этом... Вот видишь, Кирилл, эту толпу людей просто, а? Вижу. Вижу толпу людей. Ну и что вы можете сказать насчет этого? Вообще ничего не могу сказать. Как он такой расклад событий, а? Есть парочку ребят, подозреваемых. Которые да? постоянно смотрят на свои часы. А, ну, просто по знаю, КД. Они не стоят, не знаю, а смотрят на часы. Олег. Я не знаю, кто это. Олег. Я не знаю, кто это.
Я не знаю. Боты так не делают, понимаешь? В смысле боты так не делают? Ты про кого говоришь, Кирилл? Я говорю про вот этого черненького парня, понимаешь? Ты можешь проверить, убить, понимаешь, да? Олег, это ты. Да, смысле, ты начал почему? Разговаривать с одним из них, и двойной агент вот этот выдал мне тебя. Олежка. Да блин! Мне осталось одну миссию сделать только. А когда ты успел подкинуть жучок? Я даже не заметил этого. Это было круто. Но я догадался, потому что ты начал разговаривать, и мне сказали, что ты базаришь. Да я просто на часы засмотрелся. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась такая угарная игрушка Spy Party. Если да, то обязательно пишите свои комментарии. У нас есть уровни и посложнее, где будут использоваться все персонажи. Кого убить? Тебя? Посмотри на секьюрити. На секьюрити. Да, я могу спокойно убить. Да ну ты чего? Это не так сложно, братишка. Взял, ребята, завалил. Игра невероятно веселая, сложная. Вы сами видели, насколько приходится включать мозги. Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналчики. Все нужные ссылочки для вас находятся в описании. И не забывайте нажимать на колокольчик. С вами были Варпач и Олег Кофе. И всем удачи, и всем пока, друзья. Всем пока, друзья.